что СФ говно, очень сильно ошибается. Нормальная тачка. Мне нравится больше, чем старый разборный Динго, более уверенный. Осталось еще разобраться с максимальным вытягиванием троса газа, чтобы развить максимальную скорость, которую он только может. Потому что мотор работает, даже средние обороты еле набирает, там 45 км в час, это ну ни о чем просто для него. Он, я думаю, должен на максимальный показать где-то 70-65 минимум. Смотри, я говорю СФ-ку, да, как хорошо и легко рулится, и спокойно 40, он не обкатанный, там буквально поработал часов 7, наверное, проехали мы на нем километров полтора до этого, вот, да, 2,4 всего километра здесь сейчас мы еще проехали, и то, наверное, не проехали. Ну что, давай обратно возвращаться в ту сторону, на бугор, найдем себе какое-нибудь тяжелое проходимое место. Снега даже здесь еще по, местами даже по колено как бы нету. Ну, маловато у нас снега, чего уж там говорить. В прошлом году было по пояс, а в этом году даже по колено еще нету. Так очень бы хотелось бы пухлячка бы побольше, чтобы жарануть на них как следует. Но что поделать. Как танк идет, его плевать. Еще увидели одну особенность, что поле как очень длинная гусеница. Площадь опоры очень большая на тунгусе. Момент, когда даешь полный газ, передние лыжи отрываются от земли, от покрытия. И это дает в этот момент тяжело управлять им. То есть он не поворачивает, приходится сбавлять газ для того, чтобы можно было спокойно маневрировать. И думаю, что накладки на лыжи в данном случае, расширители лыж, вообще будет не лишним. Подобрали грамотно.
Вот они куда переехали, а мы их искали. Давай, потихоньку. И обратно давай. Смотрели вчера, замеряли максимальные обороты, которые двигатель крутит стандартно на Тунгусе. Это меньше 4000 оборотов, то есть двигатель задушен. Никакую он 21 лошадиную силу не дает. Его надо раздушивать. Реально. А если выкрутить ему максималку, то это будет порядка 6000. Но срок эксплуатации, конечно, будет мотора меньше. Но я думаю, не надо крутить до 6. Можно крутить там до 5,5, сделать отсечку. И все нормально будет. Будет под 70 валить, как делать нечего. Это даже без изменения передаточного числа на звездах. Ну и как обычно, конечно, реверс бурановский съедает передаточное число, отбирает мощность. Это есть, конечно. Ну и, конечно, на реверсе это дебильное включение передач. Обязательно выжимаем тормоз полностью. И нейтральную найти не так просто. Вот мы там максимально ее мучили. Наверное, часа два мы, потратили на это. Еле-еле мы более-менее сделали, но индикацию так и не победили. То есть нейтральную передачу почти из трех раз всего лишь один раз показывает. Вот вам ESF-ка. Многие говорили, говно, говно. Ничего не говно, он поливает. Будь здоров. По пухлячку сейчас погоняли, и по ухабам идет спокойно, вообще без вопросов. Угол атаки гусеницы хорош. И без мелочей, конечно, есть и маленькие различные проблемки, как и в любой технике. Особенно та, которая сделана на скорую руку. Но в целом продукт очень замечательный. Всем советую. Бюджетный вариант меньше 150 тысяч рублей. Просто идеально. Тунгусе в горочку. На Тунгусе в горочку давай. А ну-ка, интересно, со льда вот оттуда вот, вот так вот наверх, поверху пройдешь ты, нет? Ну танк и танк. Вот видно, что расширителей лыж не хватает. Лыжа утопленная идет. Нужны расширители. Все, на бок ложишь его. Давай вправо руль. О, заднюю передачу. Ну-ка, давай вот сюда так, пройди вперед. Там вон сумасшедшая какая горка. В натяжечку, потихоньку. Площадь опоры большая, я думаю, вывезет по-любому в гору. Вот она, вот она, вот она, вот она, вытянула. Красава, красава. Мало у нас кто, даже буксировщики здесь прилипали, да, постоянно. Здесь ни хрена себе он по колено. И подъем дурной. Красавчик. Вот он, огонь. На видео, как обычно, хреновастенько видно эти огромные подъемы дурные, где как раз техника испытывает огромные проблемы, особенно подсаживание происходит. А этот он, танк и танк. Он поднимает аж перед.
Да, гусеничный блок, конечно, делает вещи. Широченная длинная гусеница делает свое дело. Хорошо ползает. Я снизнес потом вот так сам. Дай мне хорошая тачка. Ну, осталось у нас со скоростью разобраться, чтобы понять, сколько он может вообще выдавать максимальную. Ну, я думаю, это уже в следующий раз. Сейчас покумекаем там немножко. Видите, оборотов ему не хватает. Вращение, двигатель на средних оборотах работает. Максималку не развивает. Погнали наверх, я за тобой. Давай. О. Просто танк. Ё-моё! Ты посмотри на него! Это что у нас, бульдозер что ли купили? Или что это? Полметра просто! Охренеть! Да поехали уже туда, все и так уже понятно! Поехали наверх! Я за тобой потихонечку. Давай. Вот и СФ справился. Красавчик. Ну вот, по-моему, все мы все доказали, что ходит техника отлично.
заезжать, на каком хочешь. Я поехал. Ну что, давай подытожим. Первые покатушки более-менее. Вот так. Красота. Тачка класс. Разберемся с передаточным числом. Что можно еще может покумекать. Разберемся в первую очередь с газом, с тросом газа, чтобы крутил максимальные обороты мотор. Я думаю, лупить 70 будет, даже к бабке не ходи. Потенциал просто сумасшедший у нее. Ну ничего страшного, будет открытый борт, куда он денется. Так что берите Тунгус, берите SF, тачки классные, своих денег каждый рубль стоит. Не пожалеете. Встретимся на нашем канале Мотосибирь 55. Всем пока!